сделать так, чтобы Украина вынуждена была бы отправить сейчас еще 10-15 миллионов беженцев в Европу. И пусть эта Европа решает эти проблемы. Да, она богатая, она решит. Пусть решает. Пусть решает. Это совершенно правильно. И удары по инфраструктуре, которые должны дезорганизовать жизнь всего украинского государства, это на самом деле тоже формат ведения специальной военной операции, войны, как хотите. И это, кстати говоря, сохранит и жизни гражданских, и жизни военных.